Итак, друзья, мы продолжаем отборочные туры в России на чемпионат мира. Один из этих крутых поедут в Азию на чемпионат мира. Так, представляю, Александр Удмурт. Сань, представься, скажи пару слов. Всем привет. Малый Пурге, привет. Будем драться сейчас. Я являюсь участником чемпионата мира по уличным боям. Все, удачи тебе, Сань. Привет, друг, представься, расскажи всем. Артем. Все, третий раз, по-моему, уже здесь. Победы все? Ну, не понял. Две победы у тебя? Да. Все, желаем тебе удачи. Боец готов? Боец готов? Бой! Давай, Сань. С победой. Как тебя зовут? Артем. Скажи, пожалуйста, о своих эмоциях. Да ничего, пойдет, спим. Нормально. Радует, что спорт популяризирует смешанные единоборства. Так, побольше бы спортсменов. Скажи, пожалуйста, ты чем-нибудь занимаешься? Нет. Ну как, Ну не занимаюсь, работаю только. Работа расслабиться не дает особо. По жарке работаю. Там как бы нормативы, не нормативы. Безуха. Так. Пацаны работают. А я сейчас тебе скажу предложение, а ты должен его продолжить. Стрелка это. Хорошо. Модно. Главное, чтобы народу больше туда шло. Больше интересных боев. Интерес. Стрелка – это интерес. Спасибо огромное. Я желаю тебе удачи. Будем ждать в следующий раз.